едем на 25-ю вахту в составе дяди Федора и Смирнова Александра. Да, Смирнов Федя, Смирнов Александр, они не братья. Подъехали в Медгору за Лехой. Ну как, Федька, дорога? Дорога шепчет. Солнце прямо в лицо, ничего не видно. Что сказал? Кого ты любишь? Я люблю Вику. Ты любишь Вику, да? Да. Я там на постобработке сделаю фотографию вот здесь супер Сусько Виктории Викторовны. Будет портрет Виктории Викторовны. Ну что, вот, подошел Алексей. Все, банда в сборе, едем. Вот 25-я вахта. И снова начинается монтажная площадка. Формировали плиту перекрытия монтажной площадки. Осталось тут небольшие недочеты устранить. И будем литься. Выполним, обещаю, Александр. Продолжаем заниматься дальше армированием шахт турбин 1-2 агрегата. Морозы крепчают, минус 7, минус 8. Армирование шахт турбин выполнено. Сделан тепляк, прогреваем основание, делаем зачистку. И что делаем, Дмитрий? Прогреваем. Заливаем, ну ты же не слушал. Не слушал. Ну вот тут заметно теплее, чем на улице. Фух, хорошо как. Надо будет, знаешь, Димон, побольше света сделать. Стробоскоп и все дела. Во время обеда в Солоде решили сгонять по правому берегу в сторону зоны затопления. Белопрошка МГС-1, правый берег, и Белопрошка МГС-2, левый берег. Сделали в Солоде остановку. На заднем плане видны костры. Занимаются зачистка до лесных остатков. Сжигают пни и ветки. Thank you.
Володя, чем занимаешься? Выставляем Е6. Там пол сантиметра, нормально, дальше. Е6 выставляем. Производим бетонирование стен отводящего канала Е6. Окончательная стадия. Виктория Викторовна взяла агрегат свой для измерения прочности бетона и одеть твой прибор под температуру. Ну-ка. Все есть, все в карманах. Молодец. Подошли на конструкцию по оси А. Виктория Викторовна в полной готовности. Агрегаты, аппараты все в руках, в карманах. Сейчас замерим прочность, температуру. А, Виктория? Сколько там? 15,2. А вот и работники клиниковой компании. Зайдем посмотрим, как парни занимаются ремонтными затворами со стороны отводящего канала. Занимаемся армированием и установкой опалубки. Опачки! Да, делаем насечки мы. Сейчас зайдем. Вот видите, боцман наброс. Готовится к зиме. Серега Ефимов готовится нас к чемпионским каким-то там тяжелоатлетическим соревнованиям. Раскачался так, что бицуха рвет куртку. Не видно, правда? Ну и Олег Харламов у нас просто мальчик, который везде пролезет. Видите, как комплекция у него? Процесс бетонирования штраб затворов на отводящем канале.
новый участник проекта Иванов Дмитрий. Как дела здесь? Огонь. Огонь? Три. Почти утонули. Осталось сантиметров 12. Да? Как у Лера? Ну, как дела? Не тонем? Приехал Валера, наломал дров ко мне здесь. Так можно подвесить прямо на этих, на крюках, зачем там эскалаторе. Эскалатор будет мочмовую черпать. Да, у нас такая ситуация была. По зиме этого года сломалась крыльчатка на насосах и позатопила у нас коленоотсасывающие трубы, но мы оттащали, поэтому может быть сейчас тоже подтопится немного, но не зима. Нет опасности, что все замерзнет у нас в коленоотсасывающих трубах. Быстренько все это в любом случае откачаем. Вода стоит на прежнем уровне. Продолжаем бороться. Олега, пока с водой боремся, Харламыча уже завязали. Ну уровень уже начал падать, Михалыч. Уже видно, что два санта от края уже упало. Все отлично. Коты спасены. Со стороны затворов отводящего канала на стены зоны электрики. Сейчас сверху посмотрим на работу парней Central Gem. Занимаются раскреплением рам затворов отводящего канала. Спустились вниз с Алексеем из центра ГЭМ. Сейчас пойдем по коридору. Давай включим еще один фонарик. Коридор в воде, да? Ну да. Тебе, Леха, нужно эту воду откачать, да? А что у тебя на футболке написано? White. Wait. Не white, а white. Белый. Wait. White. Спорим. На 10 отжиманий. Спиральная камера. Сейчас с Алексеем из центра СГАМ мы были вот в этом месте. Ходили вот по этой галерее. На левый берег пришла фирма ПСК-строитель. Сейчас свернем стены, готовимся к работам по установке анкеров. Thank you.
Вот дилемма у нас вот с Максимом. Слушай, с Максимом Олеговичем. Бэтмен или собака? Бэтмен или собака? Так, телезрители, пишите в комментариях, кого вы видите. Бэтмена или собаку? Везем Татьяну домой, по Нойзера. Спасибо. Вахта у Татьяны закончилась. Все, пока-пока. На смену дочка. На смену дочка. Диана. Сергеевна, да. Татьяна, сколько живет человек по Нойзеру? 105. 105 человек, да? 105 живет, а по прописке, где-то живет 200. Что еще можете рассказать про поселок Панозеро? Не, ну в принципе, чтобы люди не мучились, а надо людей оттуда выселять. Только не на кривой порог, а хотя бы дать возможность людям уезжать в город Пермь. Потому что этот поселок нерентабельный, переправу у нас никто не делает. Парома нам не дают, дорога у нас плохая. Сколько можно мучиться уже? Школа по 2-3 ученика, а то и по одному. Ну, мы приезжали в том году зимой с Вовой. У вас там стоит столб, да, с Wi-Fi. Интернетом, и бедные детишки наши бегают все время туда, к этому столбу. То есть столб общения, да, у вас? Да. Вот хорошо родители сделали еще крышу, а так стоял просто столб. Ребенок садится делать уроки, а сейчас все учебники начинаются. Посмотрите в интернете, загляните в интернет. И вот ребенок берет то планшет, то телефон. И бегут к этому столбу синими руками, замерзшими ногами. Дуют на руки, на пальцы, но ловят в интернете то, что им надо по учебникам. Для учебы. Напомним, что нет телефонной связи, да? Ну, Ростелеком тоже очень часто бывает, что очень плохая связь. Плохая связь, я думаю, даже не знают некоторые, что это такое. Мобильных телефонов у нас как таковых нет. Так, у вас есть пекарня, знаем, пробовали. Да, у нас очень хорошая пекарня. Вкусный хлеб. Очень хороший пекарь и очень вкусный хлеб она печет. А, парочку магазинов, да? Да, ларек и большой магазин. Татьяна, медпункт. Медпункт есть? Медпункт нет. Медпункт у нас есть, но как таковой он не действует. У нас приезжает просто медик с кривого порога раз в неделю. А аптека есть? Нет аптеки. Нет, да, нет. В аптеку мы ездим в город Кемь. Тяжело у вас, конечно. Вот вам небольшие истории от Татьяны. Подъехал. Красота. Я так еще не переправлялся еще так ни разу. И переправил по времени, да, получается? Утром и вечером, да? В определенное время. Нет, когда это самое надо, вот, например, днем с кем едешь, пораньше справился, звонишь к переправщику, и он приходит и управляет. Два переправщика по суткам работают. Ага. Ну, зимой они кайфуют, да? Зимой они кочегарят. Кочегарят эту кочегарку, которая там вверху. Ну, вот, почти, ну, сейчас будет... Ну. Все, встали. Ничего себе тут техника! Какой-то из серий, вот этот красавец, прибегал, жил пару вахт у нас. Но вот домой вернулся, в Панозеро. Едем по центральной улице поселка.
так получилось спонтанно, да? Поездка в Панозеро. Я даже не планировал. Вот школа. Да, школа. Мы там. Где-то вот здесь Wi-Fi, да? Да. Вот. Сарай стоит. Сарай. Вот, вот сарай и ящик. Сарай-ящик. Вот он. Местный Wi-Fi. Точка связи с миром.